Приветствую, коллеги, это аналитик валютных рынков и торговый дед компании Tikmill, и с вами я, Артур Идиатуллин. Ну что ж, в среду у нас рынки растут, мы видим сегодня хорошее настроение на европейских фондовых рынках. Прибавляют они, ну, прибавляют, правда, умеренно, но все-таки они находятся в плюсе. А по американским фьючерсам на фондовые индексы сразу мы видим, да, тоже позитивные сегодня реакции. Растут они на комментариях Пауэлла, который убедил рынки в том, что не собирается ФРС лишать экономику стимулирования. Мы сегодня подробнее об этом поговорим. Ну и, собственно, доллар, он постепенно пытается выбраться, оттолкнуться от уровня 90, от уровня поддержки в 90 пунктов, но все равно базовым сценарием остается снижение американского доллара. Значит, давайте быстренько пробежимся по экономическому календарю. Основными отчетами вчерашнего дня это была потребительская инфляция, базовая и широкая инфляция в еврозоне. Видно, что оправдал прогнозы у нас актуальные значения 0,4% в январе базовой инфляции, 0,2% месячная инфляция, 0,9% изменение инфляции в годовом выражении. Что вот нужно отметить с инфляцией по еврозоне? Впервые за несколько лет, да какой даже за несколько, за лет 10, наверное, впервые ЕЦБ сейчас выглядит своими прогнозами излишне пессимистичным. Напомню, в декабре ЕЦБ предсказывал инфляцию в первом квартале 2021 года на уровне 0,4%. Мы видим, что у нас значение 0,9%. То есть значительно не досчиталось ЕЦБ в своих прогнозах по инфляции. В прошлые 10 лет он постоянно убеждал, что в скором времени инфляция достигнет 2%, но целые 10 лет этого не получалось достичь. Постоянно он кормил обещаниями рынки. Вот сейчас мы видим, собственно, вот такую реакцию, что инфляция перегоняет впервые за долгое время прогнозы ЕЦБ и как бы опережает график, да, вот, планирование, да, ЕЦБ, вот, что он планирует по поводу инфляции. Ничего у него не получается, как видим, предсказывать по потребительской инфляции. И поэтому вот, ну, возникают такие мысли, что ЕЦБ может начать повышать как-то процентные ставки, да, какую-то нормализацию политики проводить, потому что инфляция вдруг начинает перегонять его прогнозы. Но нужно иметь следующий момент. Почему сейчас фондовые рынки вот спокойны, почему их не удивляет инфляция? Значит, на самом деле у нас не каждая инфляция она устраивает центральный банк. Смотрите, у нас есть, будем так говорить, желаемый рост цен, да, желательный рост цен. Это когда у нас цены, инфляция, она у нас является следствием того, что растет потребительский спрос, повышается потребительский спрос, из этого производители видят, что у них лучше раскупают товары, лучше пользуются услугами, они повышают цены. И второй источник инфляции, это как раз таки нежелательный, он происходит за счет удорожания цен на ресурсы, и как раз таки сейчас вот эти значения, которые мы видим, факторы вот этого роста инфляции, они у нас находятся как раз таки вот в плоскости, находятся вот, попадают под категорию именно инфляции за счет роста стоимости сырьевых товаров. Вот я здесь привожу, значит, на графике график Bloomberg Commodity Index. Я очень его часто привожу для того, чтобы правильно интерпретировать сейчас инфляцию, которая наблюдается в мире, которая наблюдается в развитых экономиках. Вроде инфляция хорошо растет, но центральный банк говорит, что все плохо. Смысл этого в том, что у нас именно рост инфляции, он происходит за счет роста сырья, стоимости сырья. Индекс commodities, индекс сырьевых товаров от Bloomberg, вот можем увидеть, собственно, что у нас происходит. У нас вот такой вот рост с 2020 года, более чем на 50% у нас уже рост произошел, достиг он, получается, 2018 года, да, максимум 2018 года, но это очень стремительный рост, у нас очень быстро растет цены на сырье в мире, это хорошо очень видно на нефтяном рынке, да, где цены там, несмотря на всю техническую прикупленность, продолжают переть вверх. В общем, смотрите, вот такая вот картина, вот с таким вот ростом сырья, понятное дело, это будет рост цены в потребительских товарах. Центральные банки прекрасно это понимают. Там инфляция, которая сейчас есть, она совершенно не говорит о том, что спрос восстанавливается.
То, что мы видим там инфляцию, это вот как раз-таки просачиваются эффекты со сырьевого рынка, и производители вынуждены, они сталкиваются с повышением стоимости сырья, они вынуждены, собственно, также повышать цены. Поэтому мы видим потребительскую инфляцию, мы видим позитивный сюрприз, но не надо думать, не надо ожидать, что центральные банки начнут переходить к нормализации кредитных условий. Сейчас для этого ситуация не складывается, сейчас растет инфляция за счет сырья, и это вот пока еще не характеризует положительную инфляцию, не является достаточным условием для того, чтобы убирать стимулирование экономики. Именно поэтому у нас фондовые рынки, рисковые активы, вот мы видим вот такую динамику в инфляции, и там нет никакой как бы существенных рисков коррекции, не получается этого, да, хотя есть какие-то там намеки. Вот, собственно, вот это нужно сейчас иметь в виду. У нас центральные банки, ЕЦБ, ФРС, основные центральные банки, они не будут у нас перекрывать пока вентиль денежного стимулирования. И поэтому риск для рисковых активов, для акций, в том числе от инфляции, пока, от роста инфляции, пока в этом ничего нет. Это нужно, собственно, понимать. Вчера у нас также выступал глава ФРС Джереми Пауэлл, выступал он в Конгрессе, рассказывал он по поводу того, как развивается ситуация в экономике, что там с рынком труда. Значит, рынком, фондовым рисковым активом очень понравилось, что он там сказал. Напомню, вот у нас была предыстория такая, что у нас очень сильно росли безрисковые рыночные ставки в США. Самым таким понятным, доступным бенчмарком является доходность десятилетних казначейских облигаций. График, собственно, у вас представлен вот на ваших экранах. Это вот у нас график доходности десятилетних казначейских облигаций. Когда у нас растет доходность по бондам в трежерис, означает, что цена их падает. Да, почему? Понятное дело, потому что чем ниже цена облигации, поток платежей будущих по ней остается тем же самым. Если ниже цена за этот поток платежей, да, фиксированная, значит, доходность будет по нему выше. Вот, собственно, поэтому отсюда у нас складывается такая вот история, такая вот взаимосвязь между доходностью и ценой. Вот нужно вот понимать, что растет доходность, это не значит, растет цена. Цена у нас при этом облигации снижается, потому что будущий поток платежей по ней остается неизменным. Стоимость будущего потока платежей падает, доходность от этого вложения получается номинальная, естественно, она растет. Собственно, вот этот рост доходности, вот эти ставки, это рыночная процентная ставка безрисковая, потому что у нас трежерис облигации приносят, имеют нулевой риск. Правительство США риск того, что он дефолтнется, считается нулевым, им можно пренебречь. Собственно, у нас растут безрисковые ставки, и по идее это отражается на всех остальных процентных ставках кредитования. И напомню, что у нас задачей ФРС является поддержание комфортной стоимости заимствований на всем горизонте, комфортной для того, чтобы экономика нормально восстанавливалась. И поэтому очень много вчера перед заседанием, перед выступлением Пауэлла возникало вопросов у инвесторов, что же вот как бы, ну, Пауэлл скажет по поводу вот такого вот роста, да, потому что кредитные условия должны оставаться стимулирующими, финансовые условия, занимать нужную выгоду. Ну как можно занимать выгодно, когда у нас так быстро номинальные ставки растут? А это не вредит экономике? Как бы вот такие вот вопросы возникали. Собственно, я как бы ожидалось какая-то, что будет, ну, рыночная реакция на это. Но Пауэлл как бы он у нас был непреклонен, он у нас вчера заявил, что... Давайте посмотрим, что у нас он вчера заявил. Значит... Ну, во-первых, траектория еще вот подъема экономики, восстановления, очень большая неопределенность в ней, как мы видим, сохраняется. Пауэлл вчера у нас заявил, то есть очень большие риски, опять намек на то, что будет стимулирование денежное оставаться от ФРС. Далее, значит, очень долго еще потребуется экономике, чтобы достичь занятости и целей по инфляции. Я вот обращу внимание на этот момент. То есть совершенно ФРС не устраивает инфляция, которая сейчас есть в США. Хотя она растет довольно-таки хорошо. Четко ЦБ, ФРС в лице Пауэлла нам заявляют, что вот, видите вот эту инфляцию, можете игнорировать. Ставки мы не будем повышать в ответ на рост, собственно, этой инфляции. И вот что еще?
мы видим, вот, что вот прям откровенное такое заявление, что мы собираемся сохранять денежное стимулирование, чтобы поддерживать восстановление экономики. Собственно, вот такой тон дискуссии от Павла, от главы ФРС, он очень-очень большой эффект имеет на фондовые рынки сейчас. По сути, Павел уже в который раз не дает нормальной медвежьей коррекции на фондовых рынках разразиться, потому что у нас постоянно вот возникает ожидание, что доходность по трежерис растет, инфляция растет. Но вот-вот ФРС хотя бы там QE должен, да, сократить немного хотя бы, да, ну, как-то, ну, адаптироваться получается, да, к изменяющейся экономической динамике, как раньше ФРС это делал, потому что раньше появлялись сигналы чего-то, да, там инфляция растет, еще что-то. ФРС действовал, то есть происходило изменение ставок, да, там, ну, как-то рынки обращали внимание на данных и пытались вот из данных экономических понять вот следующий шаг ФРС. Но сейчас вот абсолютно никаких новостей, стимулирование на полную катушку, пока в данных ничего особого нет, хотя мы видим признаки восстановления. В общем, вот итог из данного заседания, я вот еще раз подчеркну, это конкретный бычий эффект, бычьи последствия для фондовых рынков. Можно видеть у нас, что после заседания Пауэлла, вот здесь у нас на дневном графике, это очень хорошо видно, у нас техсектор NASDAQ, значит, оттолкнулся он от вот этого уровня поддержки горизонтального, здесь он с января у нас работает, даже с декабря, и, собственно, не удалось у нас закрепиться техсектору ниже вот здесь 50-дневный скользящий средний, да. Если как бы закрепляется, можно говорить о каком-то там медвежьем рынке. Вот здесь можно видеть, также у нас отскакивал от 50-дневной, да. Можно говорить о каком-то медвежьем рынке, но вот здесь такой отскок очень мощный, да, от горизонтального уровня плюс от поддержки. Поэтому, ну, на самом деле, я вот считаю, что здесь вот этот неудачный тест 50-дневной средний плюс отбой от горизонтальной поддержки, это все вот у нас, ну, на мой взгляд, завершившаяся коррекция, да, нужно как-то рассчитывать вот здесь на дальнейший рост, потому что, ну, ФРС, ну, никак она не может вот дать рынкам как-то, никак она не ослабляет поддержку для рынков, и, ну, очень сложно на самом деле корректироваться вниз, без ожидания, что ФРС начнет повышать ставки. Вот нужно иметь в виду, это один из главных факторов возможного потенциального снижения, потенциальной нормальной коррекции на фондовых рынках. Пока у нас нет таких ожиданий, нормальные рынки вниз не смогут корректироваться. Нужно как раз-таки, чтобы ФРС сигнализировал о повышении ставок, о какой-то хоть нормализации политики, о сокращении программы количественного смещения. Пока этого не происходит, тяжело будет очень рынкам корректироваться как-то более серьезно, чем вот такие вот небольшие позывы вниз, да, и вот с продолжением дальнейшего роста. Поэтому кейс на бычий рынок у меня вот остается в силе. Я считаю, что, ну, фондовый рынок дальше будет расти, потому что основное условие для развития каких-то коррекций на фондовом рынке — это вот хотя бы более-менее какие-то ощутимые ожидания, что ФРС будет нормализовывать политику. Пока даже такого на горизонте нет. У нас на горизонте только фискальные стимулы в США. Да, это опять же вот эти стимулирующие выплаты, опять люди рванут на фондовый рынок, опять там будут надувать, собственно, пузыри, и пока там и правительство не чешется, и ФРС на это нормально смотрит. Вот это нужно иметь в виду. Да, как бы рынок может быть сейчас иррационален, но он слишком сильно вырос, но у нас еще есть стероиды в запасе, которые вот скоро будут использоваться. Вот это нужно иметь в виду. Поэтому есть все, вот у нас красные свечи здесь были, да, нужно как-то ориентироваться с короткими стопами на какие-то цели, на какие-то новые исторические максимумы. Вот это нужно иметь в виду. По валютным парам давайте посмотрим, собственно, у нас по индексу доллара вот здесь горизонтальная, во-первых, поддержка на уровне 90 пунктов, никак не могут ее прошить вниз. Мы с вами говорили, да, о том, что после того, как доллар вот здесь вышел, индекс доллара вышел за, точнее не здесь, вот здесь он получается вышел, пробил вниз коррекционный вот этот канал бычий, да, тут как бы кейс на
продолжение снижения. Вот здесь дополнительно отыгралось уже как сопротивление вот эта данная линия. Но горизонтальный уровень держится. Он еще вот здесь держится, поэтому вот, ну, любой пробой вниз вот этого уровня, да, вот здесь ниже 90. Вот здесь, потому что было не очень уверенно, мы вот здесь прошли, собственно, уровень в... Болтаемся, да, мы вот здесь как бы был, прошили, вот здесь ниже спустились, но дальше не было нормального давления. Еще, видимо, не времени, не собрались силами, да, вот здесь продавцы, чтобы давить на доллар, но как бы позывы есть, кейс на снижение у нас остается, собственно, в силе. Ну, естественно, отражение данных размышлений в евро-долларе. Давайте вот посмотрим, собственно, с вами, как там ситуация обстоит. Так, перейдем вот на этот график, собственно. Вот так вот у нас, вот такой вот мы ситуацию здесь видим. У нас была вот здесь коррекция. Вот здесь у нас, получается, была коррекция после роста евро-доллара до уровня 1.23. Потом он перешел в коррекционное движение. Вот здесь мы с вами вышли за вот этот коррекционный канал. Вот здесь произошел, собственно, отбой уже от этой линии, как от поддержки, да, это вот отражение ситуации в индексе доллара. И смотрите, вот здесь мы сейчас находимся, вот у нас вот этот действует горизонтальный канал, да, вот этот у нас уровень вот здесь, где не могут пробиться пока вверх. Если у нас, соответственно, получается вот здесь какой-то пробой вот здесь, да, и какое-то закрепление, мы можем говорить о возобновлении роста. Пока еще вот здесь, ну, не стоит торопиться как-то покупать евро-доллар, я подождал вот за уровень, пока выйдет за уровень 1.21.8, ну вот ближе к 1.22, чтобы затем рассматривать покупки. Пока у нас вот здесь действует вот этот горизонтальный, собственно, диапазон, мы еще можем здесь поболтаться, да, пока не возникнет конкретных стимулов к ослаблению именно доллара, но я рассчитываю на стимулы в фискальные стимулы в США, именно они станут катализатором, когда появится информация, да, у нас продолжится вот эта тенденция к продолжению роста в евро-долларе. Но факт в том, да, то, что мы вышли за вот эту коррекцию, отработал, получается, доллар уже свою бычью коррекцию, которая выражалась в ослаблении евро-доллара. Сейчас вот этот происходит прощупывание, собственно, вот этого горизонтальной этой линии, которая вот расположена 1.21.18. Пока вот, ну, я не считаю определенным дальнейшее движение вверх, нужно, собственно, подождать пробоя. И по фунту доллара вторая основная пара. У нас вот такая вот ситуация очень интересная складывается. У нас было движение вот здесь по... Следующее у нас было движение по фунту. Он у нас оторвался значительно от европейской валюты в плане наступления на доллар. У нас была вот эта тенденция роста. И вот здесь у нас произошел скачок вот такой вверх. Выбрался за вот этот канал движения вверх. И, на мой взгляд, это сигнал к тому, чтобы скорректироваться. Если мы посмотрим, собственно, на более масштабно, да, мы вот видим, что он на самом деле у нас фунт подобрался к уровню 2018 года. Это у нас вот здесь максимум были в 2018 году, и он как раз сейчас вот здесь также подобрался к этим максимумам. Что еще раз нам говорит, что технически, да, может разразиться сильная коррекция по фунту, потому что, ну, 2 года уже не было этой валютной пары вот на этом уровне, понятное дело. Риски Brexit там и так далее, вот это все то, что давило на фунт. Когда мы, собственно, приблизились к тому, что эти риски у нас не материализовались, внезапно обнаружилось, что британские активы значительно недооценены. В них была как раз-таки очень сильно заложены риски того, что экономику Британии сильно большие постигнут экономические потрясения, если они не смогут достигнуть нормального соглашения с Евросоюзом, но этого не произошло. И сейчас, собственно, вот эта недооцененность, она вскрывается, причем вскрывается вот таким вот, вскрывается стремительно, вот таким вот быстрым темпом. Но все равно технически, да, мы говорим с вами, что на дневке, вот, пожалуйста, даже у нас по RCI,
у нас есть риски существенной коррекции, которые вот нужно иметь в виду. Поэтому уровень хотя бы, ну, хотя бы 1.40 – это тот минимум здесь, где, ну, который вот здесь нужно дождаться, да, перед тем, как рассматривать какие-то покупки. А вот короткий шорт, на самом деле, вот здесь, он у нас, ну, находится в приоритете, несмотря вот, что вот такой здесь отбыл у нас произошел. Есть еще возможность для того, чтобы зашортить фунт стерлинг с коротким, естественно, стопом до уровня 1.40. Я считаю, это потенциальное вот движение, которое осуществится перед тем, как какие-то, если есть возможные перспективы вверх. Но на самом деле более, наверное, глубокая коррекция разумна, да, до возвращения вот в этот как-то канал, что ли, да, потому что, ну, вот технически у нас очень сильные позывы на то, чтобы скорректироваться вниз. Это вот по фунту, да. Вот, собственно, это вот по основным валютным парам, по евро, доллару, по фунту, я хотел вот с вами разобрать основные ситуации, тенденции, которые сейчас там складываются. Собственно, по фондовому рынку также, надеюсь, все понятно, чего там ждать. На этом у меня все, как бы я завершаю свой обзор. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, не забудьте их оставить под видео, я буду их рад с вами это обсудить. Ну вот и все, всего доброго, торгуйте в профит.